Всем привет, на связи печной мастер Александр Бушуев, кладка печей каминов, барбекю в Екатеринбурге, Свердловской области, изготовление проектов на заказ, порядовок всего. В общем, приехали мы в сад, соседку попросили убрать машину, здесь вот у нее стояла машина, 40 минут мы ее прождали, только выгрузили кирпич в итоге, ну немножко заблокировали, но она выехала нормально, в общем она устроила такую истерику, это просто капец. Саня начнет шлифовать кирпич и начнем класть, здесь мы будем класть отопительно-варочную печь. Получается 90 на метр, двухколпаковую с двумя полочками, то есть шведка без духовки. Мы начинаем, значит, укладывать первый ряд. Обратите внимание, как я положил кирпич. Здесь, ну, если вы кладете без кутировки, на второй ряд дверка поддувальная остается вот таким вот образом. Значит, я сейчас, поскольку всегда кирпич разный, каждая партия у одного тоже производителя может быть разный кирпич. Поэтому я всегда беру, раскладываю вот так вот кирпич, то есть чтобы не ровное количество кирпича было в ряду, то есть не 3, не 4, не 5, а чтобы 2 вот так вот кирпича были. Выставляю швы примерно и замеряю размер, сколько у меня получилось. И потом, где уже целый кирпич, я один кирпич подрезаю, чтобы у меня появилась обратная кратность. То есть это я так говорю, термин мой, обратная кратность. Я его ввел где-то 5 на 2000. В 2012 или 2011 году, больше уже. Вот, значит, благодаря тому, что мы делаем подрезочку, у нас швы будут везде одинаковые. Кирпич Саня уже шлифанул, у нас долгарка, щетка сломалась. Прямо вот какая-то пружинка там выскочила из щетки, и щетка не доходила до, там, как она называется, ротор, якорь, как правильно называется, куда щетка, что задевает. Напишите в комментариях, просветите. В общем, вот, сейчас я беру... Обычно я беру какую-то базовую стенку и от нее переношу какую-то параллель, ну длинную, например, стенку начинаю делать, да. Ну, в частности, вот от той стены я бы перенес параллель и выложил вот эту стенку, и от нее уже прямые углы. Но поскольку здесь у меня уже есть какая-то привязка к полу, какие-то вот старые перегородки, чтобы печь не выглядела как-то криво, я примерно то же самое буду делать. Начинаю кладку с верхней точки самой, ищу уровнем самую верхнюю точку и от нее гоню. Если перепад больше 2 см, то желательно делать какие-то подрезочки, ставить. Если у вас, как вот у меня, видите, получилось, что у меня и плоскости нету, и этот ряд он уже лицевой, ну то есть чистовой, да, по нему уже будет. То есть мне не скорректироваться следующим рядом. То есть это очень сложно, добавляет очень много сложностей, потому что нужно сразу и плоскость выставить, и геометрию, и швы вертикальные. То есть вот, очень сложная задача. Лучше, чтобы у вас первый ряд был всегда под полом, чтобы вы могли горизонт выставить, и уже следующим рядом нормально уже отбиться, поймать геометрию. Допускается по диагонатике расхождение 5 мм. Я не знаю, что там внизу, какой там есть, там гидроизоляция нету. Я на всякий случай положил свою гидроизоляцию. Советский рубероид у меня в саду, он лежал, уж я не знаю, лет, наверное, 10 ему. Взял рубероид, старый хозяйский, положил. И я опять, знаете, сравниваю, он довольно-таки толстый. То, что сейчас люра в том же продают, это там реально просто бумага. Так, ну ладно, начинаем кладку. Значит, как-то человек писал, что я больше болтологией занимаюсь, а кладут другие. Кто-то писал, что покажи, как ты кладешь. Вот я сейчас взял уровень, промерил все везде. Этот кирпич у меня получился самый верхний. То есть там под ним какой-то, ну, неровность, цемент. Я примерно выставил параллель от стены. И начинаю укладку с этого кирпича. Делаю минимум раствора. Сразу его примерно в плоскость отбиваю. Лишний раствор сразу подрезаем, чтобы кирпич не поглощал из него влагу. Дальше я положу угловые кирпичи. Здесь я уже буду побольше раствора подкладывать. Но раствор должен быть таким, чтобы он продавливался. Все, это положил, примерно прикинул параллель. Есть. Иду на этот угловой. Внимательно смотрите, камни с пола не хапайте. Сейчас я кладу эти кирпичи. Их уже можно правилом класть. Когда мы укладываем кирпич между кирпичами, должны быть намазаны все 4 плоскости вертикально. Слышу, как Саша там уже налил воды в станок. Сейчас он будет делать подрезку. Сейчас он размер этот снимет. Когда кирпич вколачиваем, у нас угловые могут отойти, поэтому нужно делать контроль. Значит, ребята, раз уж такая коляска пошла, раз я уж решил вам все свои секреты, все рассказать, покажу, как я выставляю прямой угол. Берем формулу 3, 4, 5. Беру, здесь откладываю, ну, 20 берем, да, формулу подставляем. 20 умножить на 3 будет 60. Эти кирпичи у меня уже лежат. 20 умножить на 4 будет 85, да? И 20 умножить на 5 будет метр. То есть у нас вот эти метки должны сейчас совпать. Давай. Откуда прикладываешь? Давай по десяточке, давай. По десятке. Десятку прикладываешь? Ага. Какой край прикладываешь? Ближний ко мне? Далее от тебя. Ну все, получилось прям вот миллиметр в миллиметр. Идеально ровно. То есть это говорит о том, что у нас здесь есть прямой угол. Так что зарубите себе на носу, как можно померить плоскость. Ну, точнее, угол выставить. Здесь у меня получился шов под этим кирпичом 2 сантиметра. Значит, я в раствор положил цемента, в принципе, допустимо до 2 сантиметров. И сейчас мы первый ряд выложим и сядем пообедать. Он подхватится немножко даст усадку, не критично. И второй ряд мы уже идеально выведем. Так, в общем, я выставил горизонт, все у меня получилось хорошо, прямые углы. Расхождение по диагонали у меня составили 2 миллиметра. Это допустимо. Следующим легко можно еще чуть-чуть 2 мм вывести. Но это уже не принципиально. Дальше я беру кирпич. Укладываю от углов. Придерживаем обязательно. Чувствуем. Чтобы у нас ничего никуда не пошло. Если он будет немножко перетоплен, ничего страшного, так и должно быть. Все так же по аналогии в углы, и уже от них они так более-менее так подзакрепят наш периметр. По крайней мере, уже будет мало вероятно, что вы свернете внешнюю укладку. И когда будет засувать кирпич, укладывать, то есть раствора надо либо жидкий раствор, чтобы он тоже не даванул, либо поглядывать, контролировать. Итак, мы покушали, начинаем делать второй ряд. Покажу, как я готовлю кирпич. Значит, я беру ручку кирпич, беру наждак. Ну, здесь у нас. Смотрю, значит, где у него горб. У каждого кирпича есть горб. Я всегда кладу горбом кверху. Обрабатываю под уровень. Снимаю заусенки, небольшую фаску. Снимаю граншлаг, добавляю фаску. Все, горбом кверху укладываю. Это логично. Ищу горб. И тут, к сожалению, он косячный. Вот этот хороший. Итак, значит, второй ряд я положил. Дальше начинаем подготовку делать. Разметку под прочесную дверку, поддувальную дверку под прочесную оставляем. Дверку прочесную ставить я не буду, смысла нету в ней. Там поставлю прочистку. Все равно заказчик сам чистит, если будет, то лет через 5. Наша задача сейчас это разметить середину нашего топливника будущего. И по оси, по этой, разместить, расположить дверку. Дверку, значит, у меня подготовленная уже. Так, колосник прореженный, чтобы он меньше в нем напряжения было. Я всегда колосники прорежаю. И сразу обрабатываю краской. Дверка подготовленная. Закрыта скотчем, чтобы не пачкать. Как-то вот так вот примерно. Я дверку поддувальную ставлю на проволоку. Температуры там нету, поэтому нормально держится, ничего ни разу не выпало за все года. Никто не позвонил, не сказал, что у вас там что-то с дверкой. Так, сейчас, значит, я ее буду пропачивать проволокой. Сейчас все покажу.